Масянчики, собираемся. Не знаю, скорее всего, не на совсем. Скорее всего, на ночь вернемся. Но на день идем на прогулочку. Так, ведра не боятся. Ого! Ничего себе! Уже какие увесистые. Вас так особо уже не потягаешь туда-сюда. Тяжело. Заходите, не бойтесь. Водички сейчас принесу. Будете купаться здесь на солнышке, да? Красота. А то сидите там у меня в сарае. Так, правда, вот эти старшенькие меня уже для взрослых уток едят. Ну, как для подростков. А эти едят стартовый. Так что я даже не знаю. Значит, придется им опять стартовый есть. Эти уже купаются. Разойтись. Так, ну никто, конечно, не сомневался. Но сейчас так хорошо уже припекает на солнышке, что я думаю, им можно водные процедурки принимать. Я так не набегаюсь вам воду носить, ребята. Вам нужно будет придумать систему какое-то поение. Ну, ванночку одну для купания, пока не выбрехаете всю воду, а потом все. Замочек пока такой временный. В таком же стиле. Все построечки. Потом что-то придумаю. Более удобно. Так, и тут надо какой-то чопик внизу забить, чтобы она в ту сторону не открывалась. Надежненько. Проверяем. Нормально. Все. На сегодня точно все. Я устала. Так. Камби кормик малышикам. Забыла выдать. Так, а ну кто там проголодался уже? Налетай. У вас тут так красивенько пока с ромашечками. Боятся. Пока им не очень нравится новое место. Наконец-то до кормика добрались. А то сидели перепуганные. Кстати, запах тут вообще такой обалденный сейчас стоит. Помимо того, что мое сено пахнет классно, так еще и от этого дерева пахнет сосной. Запах получается бомбезный, как будто в лесу нахожусь.